Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрайт 987, с вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик, а проще Нефрит. И сегодня я хотел бы вам рассказать про очень полезную программу. Софт-программу, для создания флешки, как жесткого диска. Чтобы вы могли на флешку записать тот же самый Windows, и использовать как жесткий, подцепляя к любому компьютеру. Ну давайте с вами это и разберем. Да, кстати, не забываем ставить люба. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставляйте ваш комментарий по данным видео. А для связи со мной есть ссылочки в шляпе группы. Это я есть ВКонтакте, я есть в Инстаграм. Также подписывайтесь на две наши группы. Это ПК-59 и наши 90-е. Ссылочки также в шляпе. Ну и давайте разберем. Нынче нам надо зайти на компьютер, найти эту программу. Ссылочку я оставлю под видео, где скачать. Ну, она у меня на Яндекс.Диске уже хранится, я вам оставлю ссылочку. Так, давайте, вот смотрите. Заходим, вот находим примерно, вот она заархивированная, да? Ну, вы ее разархивировать, наверное, сами сможете это все перенести, распаковать. Делаем потом тихую установку. Если она не проходит, то делаем стандартную программу, устанавливаем. Не переживайте, она уже вся выкуплена, все полностью бесплатно. Она полноценна. Также ее можно спасти, использовать портативную версию. Ну и вот, она вот так будет у вас уже выглядеть, когда установлена. Ну, когда вы распакуете, вот делаете тихую установку, либо уже саму программу запускаете. Вот. Дальше все пройдет, запустится. И далее мы уже саму программу сейчас запустим. В программе нам... Так, для нас нам нужно что? Флешка. Лучше, конечно, 32 гигабайта. Как минимум. Вставляем ее. Так, ёб твою медь, как я не люблю это делать, всегда флешки вставлять. Они как-то не хотят у меня с первого раза вставляться нормально. Вот все, флешка вставилась. Вот она у меня уже отображается, наверное, сейчас посмотрим. Да, она уже у меня отображается. Вот, здесь мы находим образ, чего хотим, какую Windows. Скачивайте образ, который вам нужен в Windows. Сразу предупреждаю, семерка не поставится. Ставим либо 8.1, либо 10. Другие Windows не получится у вас поставить на флешку. Вот здесь выбираем образ, да. Вот он. Далее нажимаем «Далее». Далее, далее. Здесь мы уже выбираем флешку. Вот она. Если у вас современная уже система, то можете выбирать либо GPT для Wi-Fi, либо, чтобы совмещалось со старыми еще, лучше, конечно же, все вместе сделать. Это для BIOS, MBR и Wi-Fi. Далее нажимаем «Да». И дальше я уже не буду делать, потому что у меня готово. Дальше у вас будет форматирование флешки произойдет. После этого выбираете VHDX и нажимаете «Далее». И у вас пойдет уже установка самой операционной системы на флешку. После того, как дойдет все до 100%, вы получаете полноценную флешку с Windows. Будет она выглядеть вот так. Сейчас я вам покажу. Вот она, где там у меня сама флешка там. Так, он видит 875 мегабайт. Ее образ он видит. Вот. А саму флешку он, видите, так не отображает. Как вот 870. Вот, вот 28 и 9, которая она у меня. Вот. Она как будто уже полностью вся заполнена. Вы ничего на нее уже не сможете поставить. Далее вы заходите уже в BIOS, выставляете флешку на первое место, чтобы она запустилась, и ждете, как при
установки Windows полностью там, обновления, что прошли, система, как говорится, что постановилась. Все, вы это прожидаете, у вас система запускается, настраиваете и пользуетесь флешкой. Да, там же драйвера поставить вам нужно будет, все тому подобное. Все как при обычной установке Windows будет происходить дальше. Больше ничего сложного не произойдет. Да, если кому-то это интересно, я занимаюсь и продажами этих флешек. Если вы проживаете в Перми, вы можете со мной связаться, как говорится, ВКонтакте, написать мне. И я с вами договорюсь там о встрече или там какие у вас вопросы возникнут. Все, пожалуйста, ВКонтакте. Задавайте мне. Так что, думаю, ничего сложного. Вы увидели. Только останется самое главное все поставить, то что вам на нее уже нужно будет. Система, конечно, если вы возьмете еще больше флешку, вы можете использовать как ее, как и для игр. Но у меня на флешке, к примеру, хранится еще Contra KS. Запуская с нее, она быстрее намного запускается. К примеру, даже вот проверял Skype, на Windows он мне запускается в течение 15 секунд, а с флешки он мне запускается в течение 4 секунд. Ну, в 3 раза всегда флешка быстрее. Флешку обязательно запомните, берем 3.0. Не меньше 2.0, она будет также работать, как ваш обычный HDD, ваш обычный жесткий диск. Разницы вы никакой не почувствуете. И самое еще важное, если у вас есть порты USB 3.0, это вообще замечательно, у вас будет флешка вообще летать. Поэтому не забывайте, все нужно 3.0. Если, конечно, у вас порты еще 2.0 стоят, старого образца, ничего страшного, но флешка будет работать, ну, в 2 раза быстрее, чем ваш обычный жесткий. Будет быстрее загружать, все равно. Это проверено. Ну и всем спасибо за просмотр. Не забываем ставить любо, подписываться на канал. Ссылку не забывайте, я оставлю под данным видео. Ну и всем пока-пока, до новых встреч. Let's rock!